Сегодня у нас трап от компании Виега с вертикальным сливом. Вот такой вот корпус. Кстати, модель называется 556-914. Этот трап идет именно с гидрозатвора. Здесь нет никакого сухого затвора, только водяной стол. Сейчас посмотрим, что мы его наличим в комплекте. Упакован такой добротный большой картонный коробок. Инструкция здесь, она общая для многих типов трапов. Сейчас посмотрим, чем интересна именно эта модель. Вот так вот закрывается гидрозатвор. Доступ. Есть такая даже петелечка небольшая, чтобы можно было чем-то было поддеть. Конструкция простейшая, вообще ничего лишнего, ничего сложного. Пластик плотный, но слегка играет, поэтому никаких проблем с ним не будет. Так. Вот, собственно, верхушка. Верхушка с таким вот подрезным фланцем. Этим достигается регулировка по высоте нуля, скажем так, этой верхушки путем подрезания и переставления вот этой вот резиночки. Верхушка идет самая верхняя с нержавеющей стали. Вот эта пробка, это на время монтажа, чтобы закрыть корпус трапа от попадания тяжки и всяких других таких неприятных элементов внутрь трапа. Потом она убирается. Кстати, у нас в магазине, в интернет-магазине нашем LMA House продаются отдельно в случае утери вот такие вот решетки, вот такие фланцы на случай, если где-то или повреждена будет кромка, или там просто кто-то неправильно подрегулирует, неправильно подрежет. Это все можно купить. Так, еще хотел рассказать об одном моменте. Здесь диаметр слива 50, но вот здесь вот 110. Поэтому этот трап можно использовать и для 50-й канализации, и для 110-й. Естественно, если вы используете для 50-й канализации, то труба должна быть довольно, выпуск трубы должен довольно низко быть расположен по сравнению с горизонтальной моделью, потому что как бы конструкция такова. Но в случае применения, допустим, 110-й канализации, он может войти практически вплотную до вот этих вот упоров. Поэтому, я бы сказал так, по 110-й он гораздо удобен в плане габаритов. Вот здесь он требует, конечно, большого вылета вниз. Трап производится исключительно в Германии. И еще бывают такие точно трапы с сухим затвором. Они у нас тоже в ассортименте нашего магазина не присутствуют. Ну, сегодня обзора не будем делать, сегодня его нет у нас. Если возникли еще какие-либо вопросы по продукции компании Виега, пишите нам, звоните. Интернет-магазин LMA House.com.ua